называется, у нас готово. Не готово. Ну, те, кто вчера не были, я представляю, у нас замечательная вчера ведущая была. Она же еще и замечательная певица. Сегодня она у нас сидит в программе. Катенька, ты, наверное, сама скажешь, что ты будешь исполнять. Хорошо? Спасибо. Участники фестиваля, также почетные гости. Очень приятно сегодня для вас исполнить две чудесные песни на слова Анны Александровны Гайдамак, музыка Константина Винникова «Плакала береза» и «Пошли нам, Господи, терпение». Аккомпанирует Попов Владимир Григорьевич. Христос,
Спаситель, помоги. Владыка мира, Бог вселенной, благослови молитвой нас и дай покой душе смиренной в невыносимый страшный час. И дай покой душе смиренной в невыносимый страшный час.